ей что-то. Вот если бы вот так, я бы вообще не реагировала. Ну как, я бы шла вот с кайфом. Ну, короче, мы обезьянчики раз, пахнет газом, у вас весь пол каких-то
жизни, вон, кстати, дом. А когда это у вас были приличные люди, тем более женщины? Или вы называете приличными людьми проституток из интернационала? Тогда извините. Вот так, понял? Ну, мне показалось, ты сам напросился. Кстати, телефон свободен, можете звонить. Спасибо, я передумал. Тогда иди в туалет, он тоже. Нет. А вы звоните. Тогда я за вами, Георгий. Да нет, пожалуйста, касса, звоните. Тогда я за вами, Георгий. Вы знаете, касса, я, пожалуй, тоже не буду звонить. Конечно, будь у нас трехкомнатная квартира и ребенок в придачу, все было бы благополучно. Но такая квартира стоит сумасшедших денег, а заводить ребенка в наши дни могут лишь безответственные люди. Представьте, у нас на работе уволили двоих. В следующем буду я, вот увидите. Вы молодой человек, живете один. Да и что, раз. Я, пожалуй, пойду. Вы уходите? Да, ухожу. Только позвоню Воронку. Сразу выйду, а вы сидите здесь сколько хотите. Вот, ром, газету. Дай мне какой-нибудь журнал. Сбор подойдет все равно. Держи. Да, еще двойной? Да, давай. Крепко начинаешь, не рано ли? Нормально, ты ведь меня до дома донесешь. Конечно. А где Готфрид, наш последний романтик? Что-то его давно не видать. Сегодня пошел на какое-то политическое собрание. С ума он сошел, что ли? Что ему там нужно? Этого он и сам не знает. Не знаю, весна, кровь ударила в голову. По крайней мере, так считает он. Лучше ходить на бокс, чем на политические собрания. Слушай, у меня есть билеты на сегодняшний матч. Будет отличный бой. Спасибо, старик. У меня другие планы на вечер. Давай всю дуба. Держи. Салют! Я вижу, вы уже хорошо начинаете. Откуда это вы появились, словно призрак? Я ведь все время следил за дверью. Я опоздала. Вы давно ждете? Нет, что вы, не более 2-3 минут. Я сам только что пришел. А вы как хотите, мы останемся здесь? Может быть, мы пойдем куда-то? Нет, давайте останемся здесь. Мне здесь очень нравится. Рад, что вам здесь нравится. По вечерам эта ловчонка становится для нас чем-то вроде родного дома. А это, пожалуй, и печально. Нет, это в духе времени. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, а не хотите ли вы чего-нибудь выпить? Давайте, рюмку мартини, сухого мартини. Он в этом специалист. Года, Робби.
знает, для чего живет, поэтому просто радуется тому, что все еще жив. Это я отлично понимаю. Нет, я прошу прощения, этого вам понять нельзя. Вы слишком молоды. Слишком молодая — это не то слово. Знаете, я нахожу, что нельзя быть слишком молодой. Только старой можно быть слишком. Ну, на это многое можно возразить. Так, а что случилось с 31 июля 17-го? 31 июля 17-го. Этот человек принес мне на передний край под ураганным огнем письмо. Думал, что оно от матери, а оказалось, что это просто реклама каких-то подшлемников с особой камерой. На обратном пути его ранил ногу. После войны он получил наследство, стал его пропивать. Он утверждает, что каждый день обязан благодарить судьбу за то, что вышел живым из этой мясорубки. Мы о многом давно позабыли, а этот человек помнит каждый день, каждый час всех фронтовых ребят. Так, а не выпить ли вам еще мартини? А что пьете вы? Ром. Ром? Не могу себе представить, чтобы это было вкусно. Ну, вкус не имеет значения. Ну, ром — это не просто напиток, это скорее товарищ. Он изменяет мир, поэтому, собственно, и пьют. Не налить ли вам еще мартини? Слушайте, я буду ром. Ладно. Ну, только не этот, он, пожалуй, сперва крепковат. Альфонс! Оу! Принеси нам бокард. Бокарди это... Это немного полегче. Вы знаете, слабость Альфонса — хоровое пение. У него масса пластинок. Бокарди даме, Альфонс? Вы будете пить наш ром? Да, Альфонс, буду. Крепко-крепко. Скажите, а как вы относитесь к хоровому пению? Я обожаю хоровое пение. Крепко-крепко. Какой трогательный человек. Ну все, полюбил вас навеки. Валентин! Робби! За тебя! Нет, за наших товарищей! Давай за них. Салют! Салют! Фолсу, плесни мне еще. Плесну.